Привет всем зрителям моего канала, с вами Алекс Гетч. Теперь, имея iOS 7 на своем iPhone, собственноручно полистав все функции, я наконец-то могу вживую показать вам эту только представленную, радикально измененную операционную систему от Apple. Поверьте мне, все эти преждевременные оценки о том, что iOS 7 какая-то не такая, безосновательны, и вы в этом скоро убедитесь. Сейчас я пока не буду, забегая вперед, сравнивать эту новую iOS с Android. Я искренне надеюсь, что в ней вполне хватит новых топовых изменений на то, чтобы удивляться и восхищаться именно iOS 7, а не чем-то другим. Итак, меньше теории, приступим к делу. А то уже 5 утра. На моем iPhone установлена iOS 7 Beta 1. И первое, что бросается в глаза, это радикально измененный дизайн графической оболочки системы. Мы видим обновленные иконки, очень похожие на те, которые мы наблюдали в последних концептах. Мы видим, что пропали все отблики, иконки, да и вся система, как предполагалось, стала удобной и простой, а иконки плоскими, без каких-либо бликов. Панель док совсем не такая, как была до обновления, она предельно проста и практически ничем особо не выделяется, отличие разве что в фоновом выделении. Локскрин полностью неузнаваем. От дизайна iOS 6 в нем ничего не осталось. Смотрите, если на локскрине сделать свайп вверх, то мы увидим Control Center. И он, походу, должен открываться из любого экрана. Сейчас мы посмотрим. Открываем и попробуем открыть на спрингборде. И он тоже здесь открывается. Так и есть. Классно. Панель Control Center чем-то напоминает Twig SB Settings из CD. Тут мы можем включить или выключить режим полета, Wi-Fi, Bluetooth, функцию «Не беспокоить», запретить или разрешить поворот экрана, отрегулировать яркость, сделать ниже, выше яркость. Ниже мы видим органы управления музыкального плеера, можем включить музычку, добавить звучка. И хочу заметить, что они очень удобны в управлении, тем более, что управлять ими после свайпа можно с любого места. Думаю, что привыкнуть к этому будет несложно. Как говорится, к хорошему всегда привыкаешь быстро. Под управлением плеера мы видим новоиспеченную функцию AirDrop, на которой мы остановимся детально, но позже. А пока закончим с Control Center. Справа от AirDrop расположена кнопка AirPlay, которая активна только в том случае, если в вашей сети Wi-Fi присутствует Apple TV. Нажав на ее, мы можем переносить любое изображение или видео со звуком с экрана своего телефона на экран телевизора. В самом нижнем ряду первая иконка, к моему удивлению, очень важная – фонарик, затем будильник, калькулятор, камера. Неплохо. С любого места сделал свайп, и они всегда под рукой. Новая ось определенно начинает мне нравиться. Еще раз вернемся к локскрину и сделаем свайп вниз. У нас откроется центр уведомлений. Это календари, напоминания. Все. Во вкладке «Все» у нас уведомления из игрового центра, уведомления из электронной почты и уведомления с каких-то любых приложений. Далее идут пропущенные звонки. Здесь будут отображаться все ваши пропущенные звонки. На данный момент у меня нету пропущенных звонков и, соответственно, ничего не отображается. Также с центра уведомлений мы можем узнать прогноз погоды. С первых минут использования хочу отметить, что новый дизайн очень правильно связан с функционалом, вопреки опасениям, что без Джобса начнется неразбериха в навигации управления, все, на мой взгляд, очень интеллектуально. Чтобы открыть все наши приложения, достаточно смахнуть пальцем вправо. Открылись приложения. Двумя нажатиями на кнопку Home открывается многозадачность.
Обратите внимание на то, что приложения, на мой взгляд, очень удобно и интеллектуально размещены. Привыкать к этому также будет несложно, если не сказать, что вообще не нужно. В таких особенностях хорошо просматривается уникальный почерк Apple. Само управление многозадачности очень простое. Вправо-влево перемещаем для выбора открытые приложения. Если понадобится закрыть какое-либо из них, то достаточно будет сделать на нем свайп вверх. И приложение сразу же закрывается. Совсем забыл о главной функции многозадачности. iPhone теперь сам будет следить за тем, какие приложения и когда нам понадобятся. Ништяк, да? Как классно работает многозадачность в новой версии iOS 7. Особенно мне нравятся эти окна с предпросмотром. Раньше были простые кубики, и это было неудобно. Посмотрим что-то нового в приложении «Камера». Приложение «Камера» также радикально изменено. В пользовательском интерфейсе присутствуют фильтры, которые нередко могут пригодиться нам для различных вариантов фотосъемки. Заходим в фильтры. Тут у нас есть и моноэффект, и тонал, и фейер, и многие другие. Попробуем сделать снимок при помощи одного из этих фильтров. Сделаем снимочек, например, с фронтальной камеры, да? Вот себя я сфотаю. И получается достаточно прикольный снимок. Правда? Попробуем еще зайти в приложение «Фото». И здесь нам предлагается выбор отображения по году, по месту съемки. Например, я захожу в свою коллекцию фоток. И здесь есть сортировка по месту съемки. Я снимал эти фото в Ковеле, в моем городе. Смотрим на эти фотки. Вот эти фото снимались в Ковеле. Далее идут фото. Они сортируются по дате съемки. И таким образом мы можем легко увидеть все те фотографии, которые мы фотографировали в определенное время и в определенном месте. В программе очень удобно работает система добавления альбомов. Выбираем альбомы, добавить, вписываем собственное название, любое название, сохранить, и мы создали полноценный альбом, в который мы можем разместить свои фотографии и видео из фотопленки. Жаль, что не могу показать AirDrop. До сих пор что-то нет беты iOS 7 для iPad. С помощью его мы можем передавать свои контакты, фото, видео. Его настройки происходят все с того же Control Center. Здесь включаете AirDrop. И впоследствии этого вы сможете передавать все ваши файлы с любых iDevice на другие iDevice. А теперь откроем наш обновленный Safari. Главное его изменение, на мой взгляд, в отсутствии отдельной строки для поисковых систем. Просто нажимаем на одну строку, и мы можем сразу же выполнять поиск и открывать любые веб-страницы. Поиск теперь осуществляется по подобию Google Chrome, сразу с адресной строки вписываем любой запрос, ищем либо по веб-странице или же по запросу с Google. Просмотр страниц интернета теперь открывается в полноэкранном режиме. Перемещая открытые страницы вверх или вниз, мы легко находим нужную страницу. И чтобы закрепить панель инструментов Safari, достаточно сделать свайп вниз, и открывается полноценная панель инструментов, в которой мы можем открыть закладки, отправить страницу своему другу через социальные сети и другие сервисы. Интересно посмотреть, чем изменился наш музыкальный плеер. Открываем его. Здесь главное новшество – это iTunes Radio.
Кстати, все сразу в рабочем состоянии, никаких предоплат не требуется. Тут мы видим множество радиостанций, а при желании жмем плюсик во вкладке «Добавить станцию». Выбираем же стиль музыки, который нам нравится, или же выполняем поиск по артисту или по названию песни. Выбираем стиль, классик, R&B and Soul. Нажимаем плюс. Добавилось радио. И теперь слушаем приятную музычку. Добавляем звучок и наслаждаемся. Помимо этого в iTunes Radio есть подборки станций. Выбираем любую из них. Например, музыка из презентации WWDC. Нам она понравилась, и мы хотим ее прослушать и потом скачать откуда-то через, например, через ВКонтакте, да? Давайте еще посмотрим, как обновился непосредственно музыкальный плеер в программке iPod. Включим какую-нибудь музыку. И посмотрите, как обновился музыкальный плеер в новой iOS 7. Все сделано очень просто. Красивые кнопочки. Сделано в минималистичном стиле. Сейчас посмотрим, как работает ассистент Siri. Нажимаем и держим Home. Tell me about Apple. С этого момента Siri работает с Википедией и с Твиттером. Мы можем читать любые твиты пользователей из Твиттера и также информацию из Википедии. И также включать любые настройки в нашем телефоне. К примеру, Turn on Bluetooth. И Siri помогает нам включить Bluetooth. What's writing John Appleseed? Я спросил, что пишет в Твиттере Джон Appleseed, и Siri вывела мне подробную информацию. Посмотрим, как Siri открывает приложение. Open Twitter. Бэмс, и открыла Twitter. Еще. Open Chrome. Видели, как слушается? С Siri мы разобрались. Попробуем, что там начудили с App Store. Покажу вам этот чудесный магазинчик. Здесь, как и во всем, полностью обновленный дизайн. На мой взгляд, все сделано очень правильно и более доступно, чем в старой версии. Класс! Вся навигация сделана таким образом, что новичкам Apple девайсов точно не придется читать какие-то инструкции для пользования. Есть и недостаток в этом. С такими интеллектуальными технологиями теперь и мои обзоры не понадобятся. Представьте, обновлять приложение вам больше не придется. Это за вас сделает App Store. Никаких красных раздражающих значков с напоминанием об обновлении вы больше не увидите. Разве это не класс? Хочу отметить еще два улучшения. Первое – это поиск по айфону. Гляньте, куда он переместился. Неудобно? VK написали, и всплывает такое красивенькое окошечко. А второе – это долгожданный черный список, которого очень многие из вас ждали. Открываем телефон, выбираем любой контакт или номер. У меня нету неизвестных номеров. Ладно, заблокируем кого-то из контактов. Выбираем «Заблокировать абонента» и
После блокировки этот абонент не сможет вам пересылать сообщения, звонить вам по FaceTime и также через обычный телефон. Еще вы видите, что в телефоне, в приложении телефон также изменился дизайн, изменился сам кейпад, то есть меню набора номера. Оно кардинально изменилось. Не смейте осуждать меня, потому что я всю ночь готовился и делал обзор этой новой iOS 7. Ставьте только положительные отзывы, пишите ваши комментарии, все, что только думаете о этой новой iOS 7. Это будет первый обзор этой новой операционной системы на сайте YouTube. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на следующие классные обзоры об Apple, ссылка есть вот здесь. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и фолловьте наш Twitter-аккаунт. Ссылки на Twitter и ВКонтакте есть в описании под этим видео. Пока!